Это просто какой-то кошмар. Всем привет, ребята. Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королева Мистики. Друзья, мне доставили посылку с сайта Darknet с куклой Пожиратель. Вот как это было. Чем я вам расскажу, что произошло дальше. Обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, а также не забудь написать комментарий, потому что самый крутой комментарий обязательно попадет в мое видео, как друзья, вы видели, что в этом чемодане была фотография. Это фотография моего сына Димы. Ему 7 лет. На обратной стороне фотографии я нашла записку для тебя, ВС Аннабель, и, короче, под часами, под стикером часы было написано «Кукла Ада». Я не знаю, то есть я как бы заказывала просто куклу Пожирателя посмотреть, проверить ее, действительно ли это реальная кукла Пожиратель и что она вообще пожирает, чем она питается. Но куклу я так и не получила, а получила черный кейс, black box с фотографией своего сына. Я писала в поддержку сайта Darknet, чтобы узнать, что произошло, и они мне там ответили, что кукла вскоре будет у вас дома, она, точнее, уже доставлена, просто она прячется. Я сначала не поняла, что значит она здесь, и она пока прячется, но ночью, друзья, случилось это. Прошу внимания. Да, я проснулась от ужасного кошмара и увидела, что прям рядом со мной лежит какая-то кукла. Сейчас я вам покажу эту куклу. Вот, друзья, вот эта кукла. На вид обычная кукла. Руки, ноги, глаза. Единственное, что у нее на лбу, вот здесь вот видите, как бы разрез, типа, короче, какой-то шрам. Вполне обычная кукла, но она меня очень сильно напугала, потому что, извините, я просыпаюсь от кошмара. Вот, и рядом со мной лежит жуткая кукла Пожиратель, которую я заказала на сайте Darknet. Короче, в ту ночь я так и не смогла заснуть, и я разглядывала поподробнее эту куклу Пожиратель. В итоге я нашла сзади этой куклы механизм. Она еще получается, что говорящая. Смотрите, ребята, я включила, и она... Привет, я Наташа. Короче,
Она говорящая, ее зовут Наташа. Обычная говорящая кукла. Я загуглила в интернете говорящая кукла Наташа. Нашла очень много подобных таких кукол, и они действительно существуют. Затем мне пришло СМС, жуткое СМС на телефон. Мне написали с неизвестного номера, что кукла принадлежала ребенку, которого сейчас уже нет в живых. По легенде, ну, эта кукла сожрала этого ребенка. То есть родители купили одну из серий, выпущенных нашими куклы, вот эти куклы Наташи. Ну, знаете, как история с куклой Чайки, то есть их было много, но в одну из них был вселен дух маньяка, который потом совершал ужасные, страшные вещи. Так вот, получается, что в одну из этих кукол, кукла Наташа, вселился какой-то злой дух. Какой, кто, что. Но суть в том, что он пожирал владельцев, ну, своих владельцев. Жуткая, конечно, история, жуткая была СМС. В итоге получается, что кукла-пожиратель доставлена, она здесь. Кроме того, что она говорит, шевелит руками и глазами, и каким-то невероятным образом оказалась у меня на кровати ночью. Я не знаю, как это произошло. И никаких странностей я не замечала. Сегодня у меня будет первая ночь с этой куклой, и в этом видео вы, скорее всего, увидите, если что-то произойдет. Я думаю, что это обязательно попадет на одну из моих скрытых камер, расставленных по комнате. Ну, а я жду, когда наступит ночь, а вы совсем скоро увидите, что произойдет. Так, ребят, я укладываюсь спать вместе с куклой Наташей. Попробуем ее положить рядом. Спокойной ночи. Наташа? Привет, я Наташа. Господи, кто ее включил? Привет, тихо, я тихо, Наташа. Тихо, тихо, тихо. Господи, ты... Что происходит? Вы слышали это? Наташа? Кукла, я не могу с ней спать. Короче, пусть она тут одна дальше остается. Я пойду в другую комнату. Thank you.
посадил. Она лежала, когда я уходила. Телевизор включился. Жесть. Что происходит, ребят? Уже утро. 3 утра, я не спала. Я слышала, что что-то, какие-то звуки доносятся отсюда. Что-то происходит, телевизор включился, ребята, он шипит. Наташа говорит, это реально кукла-пожиратель, которая... Блин, жесть. Мне очень жутко, друзья. Мне очень жутко. Так, я сейчас отключусь. Посмотрю, что записала камера. Покажу вам. Потом поговорим на эту тему. Не знаю, пока оставлю. Наташа! Пока оставлю эту куклу здесь. И не знаю, телевизор сам включился, видите, он шипит, ничего не показывает. Жесть, короче, я пошла смотреть, что сняла камера. Ребят, короче, на скрытых камерах отчетливо видно, как кукла шевелится, крутит головой, еще у нее как-то вот так рука дергается вообще. Это жесть, просто жесть. Увидели у него вот так рука? Еще, короче, я заметила на видео тень. Кто тоже заметил, напишите в комментариях. Походу, этот злой дух теперь живет в моей квартире, и он управляет этой куклой, или он в кукле, я не знаю. Жесть, короче, жесть, жесть. Я еле сдерживаю слезы. В общем, мне сейчас пора идти за детьми в школу. Блин. Я не знаю, ребят, напишите мне, что делать, поддержите меня. Вы сами все видели. Я не хочу, чтобы эта кукла как-то навредила моей семье или вам, моим подписчикам. В общем, не знаю, что мы с ней будем делать. Сегодня мы поедем к нам на дачу, в дом, где мы строим. Попробуем там поснимать что-то с этой куклой. Попробуем связаться с этим духом при помощи доски для вызова духов. И не знаю, попробуем разобраться, что произошло с предыдущими хозяйками этой куклы. Единственное, что я могла откопать, пока после того, как я просмотрела видеокамер, единственное, что я могла... Я не могу говорить, просто я не могу говорить, это ужас какой-то. Это просто какой-то кошмар. Ужас, простите меня, пожалуйста, я просто я не могу. Я еле сдерживаю слезы, просто я не могу говорить. Короче, единственное, что я нашла, короче, что именно... Чё это за фигня? Так, теперь, короче... Так, теперь... Ребят, прям сейчас пришла смс, короче, с неизвестного того номера, который мне писал, я вам говорила. Короче, теперь ты с куклой повязана, пока ты не разберешься в ее истории... Тебе и твоей семье грозит опасность. Это не шутки. Будь осторожна. Единственное, что тебе поможет, это история проклятой куклы Аннабель. Поподробнее разберись в том, что случилось, и ты найдешь правильный выход из сложившейся ситуации. Короче, этот неизвестный номер, я не знаю, то ли он мне помогает, то ли он врет, я не знаю. Ребят, это просто жесть. Кукла реально живая, ребят. Мне не верится, она реально живая. Что будет со мной? Что будет с Димой? Что будет с моими детьми? Я не знаю, ребята. Но то, что она действительно какая-то странная и что-то происходит, это действительно так. Пока я не знаю, что мне с ней делать. И я уже очень сильно сожалею то, что я ее заказала. Короче, с вами была Королева Мистики. Будем разбираться вместе с этой историей. Я очень рассчитываю на вашу поддержку. Очень рассчитываю на вас. До скорых встреч. Пока.